Всем привет, с вами Якорск Я1, и это новый выпуск новостей из Якорска. Сегодня же, друзья, хорошая новость. Хорошая новость в том, что у меня скоро, ну, то есть завтра будет день рождения, 14 лет исполнится. Ну и, как, конечно же, паспорт, ну что, вы знаете, 14 лет, паспорт, все такое. И, ну, еще одна новость в том, что моему каналу будет исполниться 5 лет. Поэтому в честь такого случая, в честь моего ДР, днюхи, я решил сделать новое обновление. Сегодняшнее обновление у нас вот такой вот живой дом. Вот такой вот. Планирую создать живой комплекс под названием Сибирь. Да. Новый комплекс будет состоять из живых домов, окрашенных в белый, лаймовый, зеленый и черные цвета. Типа цвета Сибири. Сегодня вот такое вот у нас такое вот живое здание с парковочной зоной для жильцов. Так, тут у нас находится охранник, то есть он нас пропускает для жильцов живого дома. И сама парковочная зона такая вот. Небольшая. И вот они, живые дома вот такие вот. Всего 5 подъездов, количество человек я подсчитывал, около примерно 2000 проживает жильцов. Ну давайте зайдем в один из них. Кстати, это вот такой домофон. Так, тут у нас 4 квартиры и лифт вместо лестницы. Так, вот коридор. Так. Туалет с ванной. Первая комната. Коридор. Вторая комната с балконом. И все. Ну и третья комната рядом с первой. Хотя я говорю, что это коридор. Так. Ну, то же самое. Ну, то есть, тоже сантехника, комната и коридор. С балконом. Хотя это просто однокомнатная квартира. Ну, а вот тут двухкомнатная такая вот. Или ошибаюсь, что это... Может, это тоже однокомнатная. Просто вторая часть вот здесь под кухню. Я фиг знает, честно говоря. Квартиры почти все одинаковые, так что смотреть на... Зацикливаться на них нет смысла, так что... Поднимаемся на последний этаж. Да, выхода на крышу. Ой, нету нифига. Поэтому я воспользуюсь компасом. Вот так вот выглядит живой дом. В общем, по форме как буква Г, если смотреть вот здесь, с воздуха. Так вот все это выглядит вместе с парковочной зоной. Вот так вот получился мини-выпуск. Спецвыпуск новостей из Ягорска. И да, ребят, значит, по поводу торгового центра на улице Фровой. Он почти готов, но открытие состоится завтра, 1 октября, в мой день рождения. В общем, друзья, вот такой получился мини-спойлер еще. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать идеи. Всем удачи и всем пока.